Мобильная связь в населенных пунктах региона должна стать лучше. На эти цели из бюджета субъекта в следующем году планируют выделить 50 миллионов рублей. Деньги инвестируют в развитие инфраструктуры, которая как раз и позволит улучшить качество мобильной связи, в первую очередь в отдаленных деревнях и селах округа. К примеру, чтобы установить только одну станцию в сельской местности, которая, собственно, отвечает за качество мобильного сигнала, необходимо потратить от 2 до 10 миллионов рублей. Операторам это, естественно, невыгодно, поэтому несколько лет назад власти региона начали субсидировать развитие связи в регионе. За счет ненецкой компании электросвязи идет установка антенн на мачтовых сооружениях, и в населенных пунктах создается канал связи, который затем сдается в аренду мобильным операторам. А вообще сейчас главная задача региона – обеспечить жителей деревень и сел именно качественной связью, сравнимой с городом, чтобы люди в любую минуту могли воспользоваться телефоном. Также в следующем году планируется увеличить пропускную способность каналов связи во всех поселениях Заполярного района с 512 килобит до 1 мегабита.